Всем доброго времени суток. Сегодня хочу раскрыть, посмотреть, что там внутри вкроется. Вот у него фаза вход, фаза выход. Видно, да? Перемычка. Также нулевые вход и выход тоже имеет перемычку. От них идут тонкие провода. Сюда и сюда. На микросхему. Когда вы уже пломбу сорвали, испортили, то уже понятное дело. Электрики быстренько определяют, что вмешательство. Из-за этого нет никакой необходимости здесь что-то делать, так как спаливание. Не было бы этого пломбы, можно было бы здесь свободно открыть и изменения сделать. Так что это все отпадает, ребята. Также можно было бы здесь перемычки двойные поставить по толщине, даже тройные, чтобы основной ток больше шел, а на схему едва хватало, и он будет медленно как бы обороты делать. Но здесь это тоже невозможно сделать, поскольку изначально здесь надо, наверное, те, у кого имеются пломбы, те, у кого есть доступ, они, наверное, и делают. А простым гражданам не советую. А также эти можно использовать для соединения толстых проводов. 10 квадратов сечения, 12. Чем вот эти скрутки? Сюда, сюда и закрутил.